Сегодня 1:30 в оперативную дежурную смену главным управлением МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о дорожном транспортном происшествии на 226-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Произошло опрокидывание рейсового пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Москва-Пенза. В автобусе находилось 58 человек, из них 2 водителя. К сожалению, по предварительным данным, пострадало 17 человек, которые доставлены в лечебные учреждения города Рязани. Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия привлечено 35 человек личного состава и 16 единиц техники.